Добрый вечер. Приглашаем вас на хоккей в Нижний Новгород на арене концертно-развлекательного комплекса «Нагорный». Сегодня сыграют местные «Торпеды» и новгородский «Металлург». Защитник Михаил Орлов в «Торпедовце» проводит смену и начинает уже свою атаку. Поехал вперед Чей Геновой. Бросок сейчас со стороны угла и забирает шайбу Кошечки. Вот бросок. Выигрывает Филиппе, отбрасывает шайбу и дальше и отправляет вперед. Женя Страшила, вот и первый гол. Вот и первый гол. И что ж, похоже, что наконец случилось то, чего так долго ждали. Болельщики, 400-я шайба Сергея Мазякина. В Катине первое большинство торпедовцы не реализовали. 8 минут 10 секунд до конца первого периода. Но вот сейчас зато момент у торпеды. Это был не бросок, это была передача на дальнюю штангу. Но не прошла она. А тут ответ Металлурга. И 2-0. Шайба в воротах, забил Богдан Потехин. По-моему, уже оказалось, шайба в сетке. Филиппе там ее добивал, конечно. Но сейчас на повторе мы увидим. Шарин. Генуэй. Генуэй бросал в дальний угол. Ловушкой Кошечкин отбивает. Фаворитов Западной конференции, кого торпеда еще не обыгрывала в этом сезоне, так со СКА они же должны 4 матча сыграть. Еще дважды поедут в Санкт-Петербург и один раз будут принимать на свою нужду. Ну вот смотрите, как Антипин спокойно в зону входит и бросает. То есть вроде торпеда атаковала. Вот эти первые 3 минуты периода, а дальше ничего. Почевалов не поехал вперед, поехал вдоль синей линии. Партнер там передачу не ждал. В общем, опять вот немножко не так. А вот за тот момент и шайба в воротах. Но вот это не смогли максимогорцы шайбу просто с пятака отбросить. Да, вот они теперь дали шанс сопернику. И четвертое звено торпеда забивает. Давление создавали, даже наращивали в зоне соперника, а сейчас вот это все куда-то пропало. Ну, свой отрезок тройка Шора все-таки неплохо провела, были и попытки бросить, а вот момент тут же у ворот торпеда и шайба. Начинается третий период, и начинается он атакой магнитогорцев и голом после броска Антипина. Шайба залетает в ворота Линбека спустя 28 секунд после начала периода.